Привет, пап. Привет. А мы к Лене на день рождения. Понятно. Денег дать? Не-не, не надо. Мама! А дайте я, пожалуйста, футбол посмотрю. Я завтра уезжаю обратно к себе в Пермь. Я прогноз погоды жду. Добрый вечер, Тамара Ивановна. В эфире прогноз погоды. Во второй половине дня холодный атмосферный фронт Северного Урала натыкается на горячий антициклон в районе Поволжья. Ураган продлится на Казань-арене в течение 1 часа 30 минут. Ожидается порывистый ветер в первые 45 минут в восточном направлении, а вторые 45 минут в западном направлении. Уральские ветры принесут Казани хорошее настроение. Вероятны попадания южного Карденица, горячего Азмуна и холодного Канунникова. Зонтик не обязателен. Поэтому одевайтесь потеплее, Тамара Ивановна. А далее мы посмотрим передачу «Спокойной ночи, пермяки». Всем сладких снов!